дорогие друзья. Сейчас мы находимся в квартире 36 квадратных метров. Пока я буду выступать, посмотрите обязательно особенности планировки, потому что 36 квадратных метров, здесь много квартир. При удобном случае познакомьтесь со своими соседями, вот, потому что наши заказчики сказали, вот бы хорошо было, если бы компания «Реалстрой» делала бы, говорит, у моих соседей внизу и вверху. Вот, мы, конечно, посмеялись, но выбор ваш. Вот, я бы тоже хотел делать у вас ремонт по-соседски. Так, ну, опять же, с прохода за мной. Так, чтобы не получить солнечный удар, сегодня я в кепочке, а то у нас на солнце под 44 градуса, наверное. Так, Саргиз зашел у нас в гардероб. Вот, для того, чтобы в гардеробе можно было использовать щитки, мы их перенесли для того, чтобы вот это место можно было использовать для прихожей, там, или еще чего-то. Зеркальца, крючочки, полочки там. Вот здесь прям обувничка становится прям идеально. Вот, вместе с трюмо, вместе с полочкой, со всем вместе. Вот. Я бы еще использовал вот этот ригель, в качестве продлил бы еще бы вот так вот Г-образно, может быть, полочку, для того, чтобы поверхность как бы уже смотрелась чуть по-другому. Вот это тоже здесь можно поставить вообще спокойно, какой-то шкафчик небольшой, либо опять же что-то для верхней одежды, может быть, какой-то макияжный столик, зеркало. Вариантов тоже масса, в принципе, смотри, какое расстояние, очень клевое позволяет. Так, зайти в санузел. Ребята только-только затирку сделали, не хочется беленьким затоптать. Вот, поэтому... Просто расскажем. Пока. Давайте, да, просто расскажем, что здесь была, будет инсталляция. А почему вот эта стенка, я не помню, выросла. Это, наверное, Людмила Николаевна наша так захотела. А, да, точно, мы сравняли вот эту вот, вот эту площадь, короче, для того, чтобы здесь была полочка, а здесь у нас будет душ-кабина. Вот, может быть, скорее всего, что здесь будет без подиума, потому что, видишь, мы не стали заливать, а сделали этот. Угу. Вот, надо сказать ребятам, чтобы они прям гидроизоляцию в том конце прям просто залили ее. Ну, круто, чё? Нарядненько. Да, давай, свежо. Да. Вот это Людмила Николаевна сделала первый вообще вариант ниши хозяйственной. И она прижилась на квадро. Вот пока планировали, запланировали. Вот такая вот ниша. Это теперь, как вместо лайфхака, интересное предложение. Да? Интересное предложение от Людмилы Николаевны. Так. Вот это предложение прижилось от Елены Кручинкиной. Это стеночка от закрывания для этого. С одной стороны, давай ты туда, я сюда. С одной стороны, у нас как бы увеличивается коридор. С одной стороны, мы получаем какой-то тоннельный вариант. Вот. Если бы не было, то здесь бы уже начинала, ну, идти кухня. С другой стороны, мы за стенкой получаем все-таки холодильник, который мы не видим с прохода. Это все-таки, опять же, такой немаловажный фрагмент. Вот, поэтому здесь как бы это... Но вот таких стеночек мы сделали очень много уже, и они им всем помогают. Так, очень много в комментариях пишут про то, что когда ставится мебель, заднюю стенку, ничего с ней никто не делает. Обратите внимание, что мы либо клеим обои внизу, либо красим. Лично мое мнение, мы внизу красим. Вверху заклеиваем немного обои и красим, потому что у кого-то мебель до потолка, у кого-то, ну, наоборот. Делаются просто верхние шкафчики. Так что... Здесь мнение как каждого разделяется. Чаще всего не красят даже за этим, за котлом.
Вот. Но мы его снимаем, соответственно, и красим, и это можно увидеть, в принципе, в тех видео, в других с квартиры, где делали оксамит. Мы сделали его просто потому, что он у нас остался немножко, вот, и мы, соответственно, его сделали. Так, по планировочке еще один очень хороший фрагмент. Когда здесь где-то будет стоять кровать, не знаю где, в общем, у нас проект есть, вот, но обращаю внимание на кондиционер. Допустим, на такой площади мы сюда повесим двенашечку, и он будет дуть за счет вот этого проема, за счет вот этого. Вам два кондиционера просто не понадобятся. Два кондиционера уже не нужны. Один кондиционер дует, и все. Да. Смотрите, у нас есть на продажу здесь 36 квадратных метров, две квартиры, и одна 28 метров квадратных. Поэтому, если вам нужно купить, то готовое решение вы уже можете посмотреть либо у нас на канале, либо приехав сюда, либо сделать запрос, и я вам тогда обязательно проведу экскурсию онлайн с телефона, и вы сможете посмотреть в каких-то размерах, в каких-то, кстати, здесь чертежи есть, но мы их переделали, ну как обычно, вот, немножко переделали, там чуть сдвинули, там чуть расширили, там удлинили, ну и в общей сложности получили вот такой симпатичный вариант, вот, вот и все. Так что в ближайших видео вы увидите, как это все уже оживает и превращается в квартирки красивые. С вами, конечно же, очень приятно. Хочу поблагодарить всех вот своих подписчиков, которые делятся в комментариях. Я смотрю, у нас очень много бывших заказчиков пишут комментарии, очень хорошие, положительные. Есть действующие, которые... действующие, скажем, наши зрители и подписчики канала, которые пишут, интересуются, что-то делают, какие-то вопросы задают, у них ремонт будет еще там через полгода, через там у кого как, то есть все зависит от сдачи дома. Но могу сказать, что я всегда рад помочь, чем-то подсказать, какие материалы используются, то есть ну все я могу рассказать. Если вы на WhatsApp смотрите, про личную жизнь это в Instagram. Вот. Там, конечно, ремонта не так много, но тем не менее, там больше какой-то отдых семейный или спортзал. Вот. Так что, если интересно, подписывайтесь, смотрите наш канал, задавайте вопросы лично на WhatsApp. Ну, Viber, конечно, можно, но не очень он хорош. Вот. Поэтому... все вопросы, если у вас они возникают, звоните, пишите, я обязательно отвечу. Так что смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать. И всего доброго, пока-пока.